Как всегда, веселый фильм Рязанова о том, как двух советских работников провожают на пенсию, а они хотят еще поработать. Но если инженера торжественно провожают в 60 лет, и он безропотно уходит, то следователя прокуратуры буквально выпихивают на пенсионный отдых в его 45 лет, когда он еще ого-го, но пора на пенсию. Во-первых, потому что таков закон, а во-вторых, потому что на его место уже очередь собралась. Но прокурорского работника так просто не возьмешь. Он еще работать хочет. Его работа – это его то, чего даже за деньги не купишь. Вот потому прокурорский следователь готов пойти даже на преступление. Только ради того, чтобы еще немножечко поработать. Кстати, в Украине и сегодня работников прокуратуры выпихивают на пенсию в 45 лет. Во-первых, потому что таков закон, а во-вторых, ну вы сами понимаете.